Так, хочу вам сказать кое-что по поводу такого атрибута, как стойкость. Вот мне спрашивают, а нужно ли питомцу в амулет, вместо амулета ставить амуль на стойкость? Я говорю, нет, не стоит. Когда вы будете качаться и перекачиваться, и не докачиваться, короче, будете фиольными, ваш эффект стойкости с новым петом будет 1000. У вас даже и камни будут пятые, там, может, 1-2 шестых, и у вас стойкость уже будет 1000. То бишь эффект стойкости, он снижает силу крита по вам. То есть он будет 1000, и амулет ставить, я как бы, не имеет смысла особого. Он там сработает когда-то на 5 секунд, ни в голове, ни в жопе, блядь. Далее. Что касается стойкости обычной. Стойкость, она вообще блокирует весь крит полностью. То есть по вам не критуют. Но снижается это все по хитрой формуле. Не так просто. Вот вы поставили там себе 500 стойкости, и по вам будет, если у чувака будет шанс 1000 крита, да, 100%, то бишь, то он будет критовать вам по вам в 50% случаев. Ни хрена так не будет. Точнее, будет именно так, потому что по формуле все так выйдет, что у вас в районе вот этих 50% плюс-минус, а скорее всего в плюс, он по вам будет критовать. Я раньше как дурак думал, что вот я какой умный, мозговитый варвар, вкачаю себе в шмотках вместо синего и рыжего следа на сопроты стойкость. И вкачал. Плюс еда, плюс великан, и у меня было где-то за 700 стойкость. То бишь, если у вас даже есть 1000 крита, вы будете по мне критовать в 30% случаях. А у кого-то крит вообще 700, и он по мне, по идее, вообще критовать не должен. Но так вышло, что при любых значениях, даже если стойкость моя больше, чем шанс крита у врага, по формуле все, значит, приходит к тому, что он по мне все равно будет критовать. И сейчас я вам покажу примерно, что да как. Как обычно, некр, который нас спасает в этих сложных ситуациях. Сам некр у меня сейчас, конечно, будет промазывать и очень-очень редко критовать, потому что сам шанс крита у него очень маленький. Ну, как обычно, мы же наберемся терпения, да, как в прошлом видео. Смотрите. Блять, задержка-то ебучая. Вот смотрите. Стою я. Значит, у меня на арене стойкости. На арене стойкости у меня 150. А шанс крита некро, сейчас я вам скажу, и вы мне должны поверить на слово. Потому что Комс никогда не врет. Шанс крита 350, ровно причем, ровно 350, то бишь, он по мне бьет 350 в 35% случаях, да, минус моих еще 15%, того в 20% случаях. Ну, это грубо говоря, если по формуле не считать. И начинаем смотреть, он будет вообще по мне критовать. Кританул раз, да, кританул два, кританул, то есть попадает. В каком-то там проценте случаев он попадает, мы не сможем высчитать 20% это или 35%. Но не в этом дело. Крит есть. Теперь... Ой, подождите. Я смотрел на планшет, смотрел криты. А тут-то я все отключил же. Давайте еще раз. Смотрим. Давай, некр, не подведи. Критани, как полагается. Именно сейчас, когда... Я, главное, все отключил. Отключил таблицу, и он перестал критовать. Некр, ты что, дебил? Вот, вот, был крит, да? Ладно, сейчас... А, все, я понял, почему некр тогда у меня редким бил по 77 кусков в чувака, когда у меня не было слова. У меня сработал амулет на комсе, он снес первую XP у моего некра, у некра сработала вторая жизнь повышенная дамаг, и он стал по мне сильнее хуярить. Вот, и я в итоге подумал, нихера себе урон. Но смысл такой, что криты проходят, да? Вы видели? Криты. Вон крит был сейчас, вон еще один крит. Короче, криты есть. В каком проценте случаев мы это не узнаем.
Теперь, пока время на арене не кончилось, идем сюда и берем такую вкуснейшую еду на 300 стойкостей. Используем. И лезем в детали. Смотрим. Моя стойкость 450. Его шанс крита некро 350. То бишь, по сути, он по мне не должен критовать, потому что моя стойкость выше аж на сотку. По идее, крита вообще быть не должно как такового. К чему я и стремился, когда перетачивал весь шмот. Теперь смотрим. Ну, дебо, хоть один крит, сука, вылезет. О, один был. Один крит уже был, второй крит. То бишь, крит проходит примерно в том же процентном соотношении. Редко, но метко. То есть он есть. Вот. Поэтому, когда я концом выходил с 700 там чем-то стойкости, и против меня вышел меч, там что-то 400 с чем-то шанс крита, он по мне критовал в 50% случаев. Вы можете это понять? То бишь, у него был примерно 50% шанс крита, он и был по мне примерно 50%. Если вы возьмете формулу в деталях и туда, ну, внимательно ее прочитаете, не спеша, и вставите туда все правильные цифры, при любом раскладе у вас будут такие вот значения. Короче, ну, значения такие, что не будет такого, что по вам вообще попадать, критовать не будут. То есть бессмысленная трата следов синих и рыжих в это дело. Обычные рыбы и 100 стойкости в НЛО хватает за глаза. Больше нет смысла, потому что все это дело не работает. Все, про стойкость вы теперь, надеюсь, все поняли. Поэтому, ну, пока всем.